Всем привет, друзья, это Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы находимся в Борнео, ведем свой репортаж из Борнео. Ребята, мы в пустыне так... какой пустыне, о чем я говорю? Мы в джунглях. И Салли с нами, молодец, Салли, что вытащил меня из тюряги. Короче говоря, мы идем, пробираемся сквозь джунгли, и нам надо перехватить сокровища, ребята, которые уперли, так сказать, из-под носа, можно сказать. Так, что это моргает? Салли, ну-ка иди сюда, это надо, наверное, снять вот эту штуку. Чё это такое? Ты тоже это видишь? Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Вон оно чё, зря два патрона высадил, короче говоря. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Хорошо. Лазарев поставил своих людей по всему периметру. Салли, братан, как у тебя дела-то, хоть расскажи. Молчишь, ходишь тут со мной. Ладно. На самом деле болтать некогда, надо идти. Взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такое? Болото, болото. Осторожно. Ой. То, что наверху, где? Заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Ну как по-тихому ты предлагаешь мне это сделать? Да тише ты. От тебя слишком много шума. Ой, Салли, красавчик вообще. По-тихому он разобрался. Кто еще? А, вон. Так, легко. Патроны давай заберем, все, идем дальше. Кто еще? Давай. Эй, ты. Салли, ну стреляй в него, что ты, а? Или ждешь, пока он меня подстрелит? Еще один. Чё, жив что ли еще? Не пойму, блин, уже мы столько патронов в него. А, бронь, он же в бронике, конечно. Эй, ты аккуратно там, чё ты вот. Так, один отлетел. Бочки жалко нету никакой, да? Стрельнуть туда бы к нему. Да иди нафиг, а. Мы аккуратно вообще с Салли пришли здесь разобраться с вами. А вы уже неаккуратно что-то стреляете. Живучий. Еще где-то, Салли. Вот он, смотри. Все, нормально, идем. Не бойся, дружище, все будет хорошо. Ты же с НАТО нам, с Нейтаном Дрейком. Как и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробуй найти другой путь наверх. Ну, как обычно, я всегда нахожу пути, потом Салли только проходит по моей, так сказать, проложенной дорожке. Все. Ой, хорошо, Акашечку. Акашечку дали. И чего ты мне хочешь сказать, куда я тебе должен прыгнуть? Какую дорогу я ему новую найду, а? А, вот, все, я вижу. Залезай, надо вот за эту палку зацепиться. Так, что здесь? Здесь по дереву надо пройти аккуратно. Патроны. Патроны целые у меня же для пистолетов. Дофига патронов. Куда дальше? Вон оно, что? Давай, 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 давай. Сильнее чуть-чуть надо надавить, просто чтобы нормально было. О! Осторожно. Салли, уйди. Все, залезай, все нормально. Прекрасно. Спасибо, приятель. Сюда. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Они уже должны были вернуться. Черт, нас заметили. Ай-яй-яй, эти чуваки сделать здесь опять. Поскорее, пока они не позвали на помощь.
Ой, что с ним, он завис. Он вообще завис такой. Салли, ты где? Давай, у тебя же тоже патроны есть там. Да во, давай. Попадай по ним, чё? Я один, что ли, должен стрелять? Тут нечестно как-то получается. Еще где, кто там? А, блин. Кто это сидит? Обезьяна, прикинь, сидит. Ладно, не будем трогать зверушку. Салли с этим разобрался все-таки. Барнео, Барнео. Так, а, это я по кругу пробежал. Ну и чё, куда? А, ну вон туда, наверх полезли, все вижу. Салли, давай за мной. Вы приближаетесь к первому лагерю. Хорошо, все, идем. Я разместила там заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Плацдарм для деятельности. А чё я сюда залез, для чего? Слушай, а может мне тут что-то получится сделать, не? Ладно, падай, давай. Салли уже где-то впереди убежал. Там ничего нет, когда же он признает поражение? Признает поражение, Лазаревич? Не смеши меня. Вот лагерь. Мы обладаем. Ты готов? Поехали. Что еще ему надо? Если Лазаревич это услышит, нам каюк. Салли, я подхожу к нему. Бамс, минус один. Сядь, 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 пока нас не увидели. Может, еще одного получится снять. Во, он сюда идет, хорошо. Давай, подходи ближе. Чужак! А, вылези! Сядь, 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 сядь. Все, не двигаемся. Салли, молодец. Где он там еще? Отличный выстрел. Отлично, все четко. Четкие мы, пацаны, да? О, нифига себе прилетело. Откуда там? Кто? Ну-ка, давай вот сюда пальнем. Вот тут же что-то стоит. Ой, как классно получается у нас. Салли, ты живи давай, главное. Тут аккуратно. Попал. Патрончики соберем, как раз нам надо. Ах ты. Ах ты ж. Вон туда надо. Давай, давай. Ну, попади ты, ё-моё. Ладно, уже не надо. Кто там? А, нифига, он вообще ко мне близко подошел. И лупит стоит такой, да? Так, Салли, что там у нас как-то пошло не так. Вот этого надо убрать. Готов. Ну и сюда, наверное, прийти к этому пацану. И... О, пацаны, вы чё? Вы не на тех нарвались, между прочим, я вам хочу сказать. Мастер рукопашного боя, все. Не с тем связались. Иди сюда. Ладно, Салли, он твой. Подожди, я здесь калаш выронил где-то. Там 150 патронов, никому не отдам. Надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Так. Взрывчатку-то понятно, а чё мне куда дальше-то залезть? Всё-таки надо вот этот, может быть, генератор бомбануть, нет? Надо было. Салли, ты меня хоть подсади чуть-чуть, вон лестница, я не могу допрыгнуть до неё. Или что-то надо другое сделать, погоди. А, вон, вон, все, понял. Собираем. Осталось заложить три заряда. Три заряда, давай еще ищем, где моргает. Нейт, сначала надо заложить взрывчатку, забыл? Я понял, понял, вон моргает, все, вижу. Еще два заряда. Осталось всего два. Где еще, покажи мне, я что-то вот больше не видел, чтобы моргало где-то тут. Настолько были боем увлечены, что, короче, даже я не разглядел. Вот здесь где-то пищит. А, вот она. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Где еще один поставить?
Салли, ищи тоже, чё я один хожу? Где будет пищать, сейчас там поставим. Совет. Эй, сначала надо заложить взрывчатку. Забыл? Так, куда-то туда показывает. Ну, пошли туда. Я-то ничего не забыл, надо просто найти, куда поставить. А, слушай, а тут наверх можно залезть. Мне кажется, я где-то слышал сейчас пищало. Во! Не, подожди, я отошел, получается, от нее. А, вот она сбоку, фу. Рядышком же совсем. И что? И теперь надо рвануть это все дело. Давай за Салли. За Салли. Идем за Салли. Мы ничего не засали. Так, я давай. Не достать. Иди, я тебя подсажу. Давай, старина, лезь. Смотрите, ну и мне, лесенку мне тоже спусти, чё, блин. Спасибо. Во. Порядок. Малорик. Давай, 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 братан, сейчас все получится. Бросила корабли так далеко на сушку. Садись в тачку. Не получится в тачку сесть? Или получится? Мы какую-то палатку же искали вообще, а? Это не здесь. Это не здесь. Давай в машину, мне кажется, Салли, садись. Но. Так, а как рвануть-то надо там все это? Ну, а чё, садитесь. Пацаны, ехать надо. А, подожди, вот тут мы ещё. Может, генератор надо рвануть, а? Ну, где подсказки? Обычный раз там подсказочка вылазит, чё-нибудь. Ой. Ничего не понял, куда... А, вот, что я туплю-то, вот же. Вот же куда-то можно идти. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много, чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может... А, нифига себе, еще один прискакал сюда к нам. Теперь и мы без оружия остались. Ладно, сейчас разберемся. Это понимаешь, что получилось, да? Что вы зря, пацаны, нарвались-то на меня. Понимаешь, что? И на Салли тоже. На Салли вы тоже зря нарвались. На. Мне бы не помешала твоя помощь. Ну? Да ты и сам справлялся. А, вот, еще давай еще одного ко мне сюда. Вот тебе еще один. Вот тебе еще один. Салли, ну ты вообще красавчик. Дай меня под... ты че? Ты не на того нарвался, братан. Отстань. Вот это было неплохо. Хватит страдать ерундой. Нас ждут великие дела. Что ты называешь ерундой? В итоге что, я сюда спускался с чуваками просто разобраться, что ли? Пойдем вдоль трубы, придем к воде. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Угу. Раскопки, ребята. Будем раскапывать в следующей серии. Все, всем спасибо. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи и пока.